Венгрия? Да. Гражданин Венгрии, да ты? Нет, ты что, гонишь, что ли? Кыргызстана. А, Кыргызстан? Да. Там что делаешь в Венгрии? Работаешь? Живу. Понятно. Как в Будапеште обстановка? Классно, все нормально. Все как обычно. Понятно. Как в Казахстане обстановка? Нормально, вот в России теракты идут, люди гибнут. Слышал, наверное, да? Да. Теракт, что думаешь? Что думаешь по этому поводу? Вообще я ни за какой там теракт, не теракт. Это, конечно, плохо, но все же, знаете, так скажем, есть в мире более важные темы. Допустим, тот же самый Газа. Почему никто не говорит так же, как об этом теракте? Никто не говорит. Никто не говорит так, как вот этот теракт произошел, весь СНГ знает, да? А сектор Газа уже там, не знаю, сколько уже. И никто об этом не говорит. Из-за того, что далеко, наверное, там это не в теме. А там мусульмане наши живут. Там мусульмане. Да, да, да. Там мусульмане, там наши братья. Чуть-чуть несправедливо как-то все. Я как бы и русских ничего никак не хочу как-то оскорбить или еще что-то. Это, конечно, плохо, теракты, это, конечно, плохо, но все же просто никто не говорит на фоне этого, то, что вот так же было, идет до сих пор на Палестине, но никто об этом не говорит. Никто об этом ничего не говорит. А все говорят о теракте. Как-то такое мнение. А так, в целом, если вот в целом просто об России говорить, типа о теракте, да, конечно, это плохо. Это может случиться в каждой стране, никто от этого не застрахован. Просто так случилось, видимо, так было суждено. Мы не знаем, что будет, как бы. В любом случае, скорбим только, все. Больше ничего мы не сможем делать. Даже вот, как сказать, дуа надо просто делать, вот и все. Все, вот то, что мы можем сейчас помочь им, так скажем, в этой обстановке, это вот дуа. Больше никак мы никак не поможем там. Пострадавшим можно, да, помочь. Ну, блин, сейчас там не до помощи отвечаю. Там 80 человек, ну, 100 человек ранено даже. Допустим, вся Россия, если по рублю скинет, у них там на все лечение хватит. Я не думаю, то, что нужно столько туда допихивать. В Палестину сейчас надо туда пихать все деньги. Туда надо сейчас пихать. Мое личное мнение. Им тоже. Нет, вот который теракт, подозреваемый жесть, им уши отрезали, в рот запихали. Вот, допрос когда проводили. Как ты к этому относишься? Ну, а насчет допроса я не слышал. То, что вот уши, суши. Но... Я думаю, мы не судьи, то есть, в целом, что бы он ни сделал, любой человек, хоть он, допустим, террорист, допустим, да, он теракт совершил, кто бы он ни был, я считаю, это мое личное мнение, если бы я был в АБВ, я бы просто пожизненно посадил, просто так скажем, грубо говоря, в крацер, да, там, а на два, там, три, на пусть сидят они себе, да. Но вот так, допрос, не допрос, уши резать, это, я думаю, это уже чересчур, да, нелюдство, честно сказать, да. Там уши резать, языки там в рот сувать, ну, мое личное мнение чуть-чуть что-то перебарщивает в этом плане, потому что какой бы он ни совершил грех, что бы он ни сделал, да, любой человек, будь это хоть русский, хоть таджик, хоть не говоря о национальности, мое личное мнение, будь что бы он ни совершил, если он ответит, если он посчитает, там, замолчать, не ответить, ему язык отрежет, он ничего не скажет, да, вот ему там, если он посчитает нужным, да.